Так, всем привет, ребят. Сейчас будет вторая часть одностороннего движения на карте МСК автобуса МСК Руща. Так, у нас же сейчас создатель ездит тут. Я сейчас был видеочат, я его завершу. Сейчас будем вот смотреть, какое будет там движение. Оно будет односторонним. Там сейчас происходит ремонт дороги, трассы Бдюхи-Самойловка. Ну или наоборот. И там ограничение 40 км в час. Так что там надо быть поаккуратнее. Вот видите желтые знаки? Там их надо сейчас прочитать и посмотреть, что там. Стоп. Остановись-ка, пожалуйста. Что там у нас написано? Внимание, идет дороги всей карты Бдюхи-Самойловка. Не приезжать на красный сигнал светофора, вставайте на стоп-линии, не приезжайте скорость. Ограничение скорости на участке ремонта дороги Ксенина-Пукова 40 км в час. Ну что же, давайте ехать. Только аккуратненько. Никак не нормальный. Так, 40 км в час, аккуратно. Вот видите вот эти вот белые полоски? Это и есть вот этот вот ремонт дороги. Так, едем аккуратно. Едем. Сука, что такое-то у тебя? Чё? А? Вот это. Я играю на автобусе. Езжу. Так, вот у нас тут это создатель и автобус был. Надо, чтобы меня не забанили на 10 минут. Тили-тили. И можно разгоняться. Евгения, взгляни на этого кота, по-любому. Ну, вот он этот знак еще. И я сейчас буду с вами прощаться. Я сейчас улечу. Будюхи приехали. Ну а на этом ролик заканчивается. Всем пока-пока.